Давай. Хожу. Три, два, один. Да, там надо было... Неправильно говорил, ну, короче, все правильно, мы побежали. Ну, этот раз я слева. Ну, короче, там... Просто когда я сказал, если бы я сказал 0, то это было типа там 0.99, 0.98, ну и так далее. Понятно. Важно. Ну да. Видишь? Да. Оба цикла хорошие. Но там дальше цикл тоже будет хороший? Не знаю. Да, нет. Теоретически я могу сделать двойной ледж, и это не важно. Кнопка не нужна. Ну, в смысле, до последнего момента. Но это слишком сложно для меня. Ой, куплю. Неважно. Ну, мы ничего не потеряли, так как я все равно ждал. Да, цикл был плохим. Это не процент, правильно? Да. Угу. О, я здесь забыл, оптимизация есть. Мы можем я могу разрушать мишень, а ты можешь просто прыгать дальше. А я не останавливаюсь, так что такая себе оптимизация. Ну да, но если ты промажешь, то... А, ну... это редко бывает, что я промахиваюсь. Не надо, ага. О май гад. Пиратские мишеньки что делают? Я почему-то все время рвусь идти первым здесь. Привет, по 2, да, поздравляю с прохождением Камили 2. Конечно, наконец-то, ты говорю, скилл показал в конце, как надо уничтожать 4-ю фазу. По сути, как бы ты это не ощущал, но ты не страдал особо на 2-й фазе Камили, ну, 2-й-4-й. По сравнению с тем, как другие, конечно, играют. Почему ты уничтожаешь этот фиолетовый ящик сам, который на конце ты стоишь? Ну, он меня раздражает. А, ну ладно. Тогда конечно. Рискнул. Остановки. Ну ничего. Нет, пофиг процентов. Ну написано же на спите, ну лол. Ну. Что, еще раз завафлишь ресет? Ну. Я просто не важно. Думаешь, так уж не важно, если мы идем. Ну хорошо, ресет. Еще раз завафлишь ресет. Надо было сразу сказать. Тогда бы не завафлил. Попробуй здесь не завафлить. Невозможно завафлить. И не напоминай! Да я. Ты прав, невозможно. Ты первый, да. Окей. Все. Я больше никогда не буду фейлить этот скрипт. Почему? Потому что я научился его делать. Нет, ну просто когда ты говоришь никогда, это прям звучит, будто бы ты не просто научился, а прям понял свою прям ошибку. Чётко. Ну, моя ошибка была в том, что я прыгал слишком рано. Ну, это реально очень простой скрипт. Но... Где вот это надо больше всего улучшать время? Последний стейдж. Разве? Да. Мы на Кастельвании долго вафлили. Так, эти лучшие страты. Наши. А,
Ха-ха. Купились. Рандом. Уф. Было близко. Окей. Окей. Шарики скоро меня на левый экран заманят. Важно. Привет, Клеопат. Привет, Клеопат. Точно, по два поздравляю еще раз. Блин. Ну ладно. Ну короче, я вместо сплита нажал скип. Ну. Так придется, чтобы так и осталось. Все еще не убивают? О, ох, это было очень тонко. Я верю. Я верил. Пика-пика. Да блин, ну... максимум полсекунды, наверное, потеряли. Но именно за счет моей смерти. Ну да, ну и плюс мы еще и за смерти вначале. Не, ну это да, я говорю, что именно за то, что я умер. Ну да, но это фигня, да. Кстати, я знаю, как мне тут сразу не тормозить, я другой рукой спритать буду. А, там уже ты сегодня справа, так что... Ух ты ж, ё-моё, всё по-другому теперь. А, подлагивает. Да? У меня нет. Давно такого не было. Это потому, что ты хост в этот раз. Подлагивает? Из-за ну, этого? Нет. Нет. Я имел в виду, в прошлый раз у тебя здесь подлагивало, в прошлый раз. Потому что я был хостом. Видимо, не у хоста, а нет, а почему не получилось пройти с первой попытки? А, здесь не знаю. Я сделал вроде то же самое. Ну, может, я ошибился, я не знаю. Что я делаю? О, мой бог. Плохой ран. Да, что-то это пока... Всё, он становится хорошим через 5, 4, 3, 2, 1. Да я не могу, я причем когда играю... ну ладно, на медиуме там шипов нету. На медиуме там нет шипов, там что-то платформы, а внизу есть шипы? Не, вот именно справа, где быстрая платформа, там нет шипов, поэтому там проще. Понятно. Я никогда это с первой попытки не делаю. Почему? Ты всегда это делал с первой попытки, кроме прошлого забега? Нет. Ты можешь лиситься. Так, ну это вряд ли, конечно. Возьми этот цех, пожалуйста. Зато за счет того, что я с телепорт... ну... медиум прошел. Окей, не может быть. Вот, из-за этого я чуть-чуть телепорты, мне кажется, получше теперь играю. Да. Давай, скип еще сделаем. Ты когда-нибудь делал скип? Да, ну как, я же на одного он тоже работает. Ну, у тебя просто стабильнее он получается. Не, а, кстати, тут, да, тут же платформочка. На этом.
Да блин, конечно, вспышки твои отвлекают. Все тебя отвлекает. Ой. Да, вот это, вот тут умер. Ну надо, надо как потренить, чтобы хоть какие-то шансы были, так это бесполезно. О, да. Я думал, мы оба последний прыжок сейчас сойдем, ну ладно. Плохие мысли. А, кстати, да, мы не в плюсе были, когда сплит был. Несмотря на не очень-то. Ну, мы типа в прошлый раз на ящиках... А, на ящиках мы не в ПБ сливались. Ну, мы тоже где-то сливались, я не помню где. Ставь. Зачем я пошел в пустоту? Нет. Почему я не могу сделать? Как ты это делаешь? Да, у меня тоже нестабильно вообще-то. Наверное. У тебя они нестабильно получаются, а у меня нестабильно не получается. Ты... моя платформа бесконечная. Блин, отвык там на время. А, да, есть такое. Really? По возможности я всегда в эту ямку ставлю, стараюсь. Я ставлю. Блин. Я рискнул. Ну, типа, вдруг сейчас был быстро бы себя смог. В принципе, это довольно просто, если цикл поймать. Пожалуйста. А, я уведомление ВК не выключил. Кто там пишет, ну серьезно. Стимовский, кстати, тоже не выключен, блин, забыл. Но в стиме пока ничего не отображается, а вот ВК щелкнуло. Как это Ютуба нет сегодня? Чего? Тоже лагает, пишет. Дропов я не вижу. Ну чё вы начинаете? Какие лагают? Да блин, уже начинают бесить эти лаги, ну что это? Ну их вроде давно не было. Может они по воскресеньям бывают? Да все равно люди же постоянно писали, что что-то хрень какая-то происходит. Почему я всегда кидаю вверх? Я один раз завафлил здесь запрыг снизу наверх. На медиуме. А, там ведь надо его сделать, типа. Если... Нет, в смысле, вот от твоей кнопки... О. Ресет. От твоей кнопки на большую платформу. Да, я помню, он, кстати, довольно тонкий. Ну, в смысле, он... Ну, максимально в двойной нужно сделать, или близко к нему.
Да, на медиуме здесь. Ты что я делаю? Так, успокоились. Сейчас конец. Эй, Харл. This is a bad run. Эй, Харл. О, нет, опять эта штука. О, это была лучшая смерть. Чтоб не мучиться. Сегмент мы просрали, но... Но все равно... Ну, именно по поводу... Ну, ты понял, не золото. А, давай не умрем на этом будет. Да, давай. Минус 2.15, но мы сейчас идем. Ну, у нас второй тоже выигрывает. Лучше. Там теряешь секунд 20, разбирая только ящики. Плюс риски того, что я тоже умру. Да нет, ну почему? Чего? Как это происходит? Ну вот так вот, да. Ладно, все, хватит. Вообще этот босс меня задолбал троллить, когда он кидает свои гранаты именно, ну, рандомно, ну, когда собираешь. Ну, на аллилуйя это уже все. Что-то я опасно стою. Ну ладно. Да если бы только на аллилуйя. Но он и на базуках, и на этих прям так жестко меня троллил на медиуме. Как... Ну, бывает, да, но аллилуйя самая жесткая. Да, ты не поверишь, он меня бананом убил один раз. Причем просто по затылку просто попал. Подожди, чё? Что? Окей. Чё-то я затупил. Надо было вверх подниматься, и оттуда сверху. А меня почему-то сбило с толку эта лежащая граната. Ну, надо ждать, пока она... Окей. Ладно, видимо, просто меня медиум сбил немного. На одного. Ну, ничего, ты ж пройдёшь. А, ну правда, тебе ящики сейчас надо зайти собирать все. Ну, типа, ты их соберешь на время. Ну, пока еще. Ну, пока еще не рип-сегмент. Ну, наверное, ну, наверное, будет. Да? Ну, мы же еще в начале поспевали, минуту где-то потеряли. В смысле, мы же с первого раза проходили этого босса. Был такой... Не, ну я имел в виду. Сегодня. Ну уже, скорее всего, в игре. На 56.38 мы сейчас идем. А, да, вот сейчас золото ушло. Ну, видимо, он может бананом, если он очень маленький заряд сделает. И прямо в тебя. Да. Я забыл про это. Ой, бак. Да, поздравляю, выкап с убийством Кримсона. Сейфспот есть здесь, если ты забыл, но вспомнил поздно. Минус 1.33. Зараза. Я был уверен, что ты не завафлишь. Я знаю, нельзя так делать, но... Оно само... Да что ж ты, ну... Цикл всегда плохой. Да. На одного можно рестартнуть, типа он поближе намного. Это да. Да... Ты опять будешь... Наверное, ты всегда должен все. Блин. Только если вот это происходит, то я могу умереть. Да. Да. Ок. Ты
Ой, как я намучился вот с этим сегментом на одного. Ага, здесь надо куда-сюда мотаться. Не, так причем я еще там не просек одну фишку, я пиксельный прыжок делал постоянно, оказывается его не надо делать. О, мой бог. Там наверху справа, когда вниз спускаешься, его якобы надо делать, но на самом деле тебе больше не нужен там блок один, и ты его просто уничтожаешь. На котором я стою блок. Прикинь, вот вниз надо под него прыгать. Это очень неприкольно. А на самом деле его можно уничтожить. Так. Кстати, тут можно на платформу успеть сразу. Я, ну, по крайней мере, на медиуме я смог. По времени она такая же. Только вопрос, здесь бомбочки мне позволяют это сделать или нет. Но я, наверное, рискну сейчас. Ну, да, сейчас узнаем. Бомбочки... А, на медиуме ты хотел, там меньше бомбочек. На одну. Вот так вот как-то. Mm-hmm. Нет! Тебе нужна платформа, нет? Не, не. Хорошо. Я умер. Блин. Не будет тебе платформы. Ну, блин. Ну, ладно. Я пытаюсь взять тебе платформу и умираю. Так, это... Возможно, это... Я так-то что тут... Ты издеваешься? Пожалуйста, платформа. Только для тебя. Ну, оу. Ты можешь взять телепорт и пропрыгать здесь. Ты, я застрял. Это интересно. Это плохо. Что-то не пошло. Ну ладно, это же типа тренировочный забег перед 100%. Ага. Надо было мне чуть раньше включать. Да, да, ты можешь раньше бомбу класть. Вот сейчас. Даже еще раньше. Не туда. Почему ты всегда направо идешь? Ай-яй-яй. Ну, это, по-моему, уже рип все что угодно. Но у нас был хороший третий стейдж. Во, во. Ну все, я волнуюсь, спешу. Не волнуйся, это тренировочный забег. Мне не нужны. Все будет хорошо. Что фестрая не было. В прошлый раз мы были очень близки к фестраю, но не срослось. На Сонике что ли умерли или где-то? Да. Это мой шанс. Шанс. Почему? А на этом, на медиуме там меньше шипов. Давай, ты сможешь. Нет, подожди. Нет! Смотрю на тебя, ну как после этого завалить? Ты просто падаешь, там ничего не надо нажимать. Ладно, хорошо. Может быть, ты просто тебе не суждено пройти этот сегмент. И меня тоже. Не смотри на меня. Я не смотрю. Привет, котфет.
после червяка мы на 57-20 идем. Но мы тут, по-моему, потеряли прилично. А, я думал, все. Почему? Так, черт, с, надо заговориться, stay safe ты берешь, потому что мне дальше идти надо вначале. А ты все равно ждешь, пока шипы уберутся. Берем? А, сейф? Да, с первой попытки. Вот это. Взял сейф. Все равно с первой попытки. Привет, Алекс. Привет, Алекс. Привет, X-Power. О-хо-хо-хо. Мне это напомнило Рукита. Да, мне похоже, действительно. Приятного полета. Скипов не будет. Сегодня очень мало лагает, кстати. А, потому что ты хост, наверное. Ну, у нас, кстати, без золота сейчас, пока мы идем. Уже золото? Нет, в смысле, я имею в виду все сегменты, но все сплиты зеленые. Ну, это лучше, чем красные. Твич очень лагает, пишет. Но у меня всего лишь 48 жалких кадров потеряно. Так что... Не знаю... Но в любом случае вы понимаете, да, что сейчас я ничего не буду делать. Перед 100% можно будет что-нибудь придумать, типа битрейт понизить, не знаю. Я просто битрейт, кстати, опять высокий поставил. Да лол, я вахлел. Ну, тебе ничего не надо делать. Я помню, как мы проходили эту цель с первой попытки. Да. Впрочем, это было очень редко, мы обычно сливались в конце. Возможно, не делай так. Что это такое? Ой, да что? Еще выше. А я думал, ты поставишь. А я собирался, но умер. Да сходить можно. Плохо.
Блин, как я лажал на Сонике на этом, когда вы на одного. Хотя он там где? Да, ну блин, он все равно троллит. Что? Ну, хочешь пробуй. Короче, ты решай. Привет, Defender. Да блин, вот почему. Ну потому что ты. Потому что ты один. Что я мать как ты делаю? Смотри. Че ты не пострелял? Надо было рисать все. Ну подожди, ты жив. Синхрон пошел. Рано стреляют что-то. А, или это рассинхрон, наверное. Надо побольше в следующий раз. Я заметил интересную вещь на Дементию, попозже расскажу. Но она нам никак не поможет, скорее всего, почти, но... бесполезно, но всё. And the mightiest. Oh, yes, you. Ну, не зря, значит, не рестартовал. Ну, если тебя, конечно, не затроллит сейчас фигня вот эта. Короче, знаешь, что на Дементию? Если его убить очень быстро, когда эта линия достаточно высоко, то шарики, которые вылетят выше, чем экран, они исчезнут. Его можно убить до последней фазы, до того, как он лазер начнет заряжать. Ой, я уже два раза умер на этом уровне. Три. Ладно. Так, ты скипаешь через плейн, я нет. Только для Катри называется... Да ё-моё, Death Split. Этот плейн того не стоит, почему? Ну если ты его будешь делать с первой попытки, то стоит. То есть он того не стоит. Так, другие с первого раза давай. Есть. О, что я? Оу, ладно. Но обычно ты свой сегмент дальше делаешь, так что я думаю, не такая уж страшная смерть что-то. Но он у тебя очевидно и посложнее. Особенно из-за первого дурацкого прыжка. Я закончился с вами. Чё? Я закончил. Ну, я на сейве. Ну иди я дальше. Я на сейве. Нас сверху сейва осталось мне. Есть... А, не может. Я на экране хай. Под хаем остался мне. Еще одна есть. Угу, вижу монетку. Ты в начале? Все, иди. Да. Thank you.
ты не на... она буганула, что ли? Заглючила, блин. Да что? Опять заглючила? Они только что были все платформы одновременно. Да как? Опять не нажал? Да. Блин, что-то интересно. Может, они были одновременно, когда мы оба на кнопках стояли? Да нет, вроде. Да нет, тут есть такой баг, но он, по-моему, но он очень какой-то нестабильный. Опять не нажал? Да. Пипец. То есть это чаще происходит, когда у нас другой порядок хостов. Это было не очень. Привет, Клавок. Я завафлил. Невозможные прыжки. Я прыгнул в бабочку, ну прям в саму. Ну надо же. Присоединил? Надо же, я помню, что делать, что происходит. Я ресетаю, если мобы доходят. Угу. Не дошли оба. Включаем, да? Угу. Это не так уж плохо. Да, с первого раза. Ну. Камилья. так любезно это говоришь. Сразу видно твоя любовь к серии этих игр. Камилия. Приятная игра. Oh. Ну, честно говоря, сейчас я зря умер. Ну, типа, немного расслабленно был. Это сложно всегда. В смысле, если ты в фокусе, то он легко проходится, но все равно. Ну, да, но я, ну, короче, смерть была не вынужденная, точно. Нормально. На одного тут надо вначале внизу пройти. Потом вверху. И телепорт тролльский вшиб. Если ты прыгаешь, ну, высоко. Этот сегмент у нас лучше всего идет. Сейчас умрем. Никто не умрет. Что-то такой суеверный.
Я не суеверен. Видишь, никто не умер. Даже обшип не умер. А на одного тут, короче, этой стены нету, и можно намного заранее прыгнуть направо. Там не надо последнюю выживать. Да? Я уже не помню. Я ведь тоже проходил за одного давно еще. Ну, чтобы всех получить. Ну ты на харде, да? Да. Ну, чтобы босса тренировать. Нормально? Ты подпеваешь? Угу. Чё-то изи. Да, не сложно. Сейф. Да тут никто не умирает никогда. А, стоп. Ага! Ах, понтанулся, понтанулся. Когда-то это должно было получиться. Ой. Не важно. Я сохранил нам 2 секунды на этом скипе, так что я заслуживаю отдых. Да ты, ну, никогда не расслабляйся на этом экране. Кажется, это была неправильная точка. Серьезно? Да что? Ну. Ладно. Я устал туда-сюда ходить. Да-да-да, давай, ну. Да, ё-моё, иногда у меня такое ощущение, что у меня пистолет не стреляет. Да сплит ни на каком сайте не искать. С первой попытки сделаю. Да. О, ура, нет проджектайла. Халявщик. Ой. Окей. Отсутствие проджектайла слишком расслабляет. Я, кстати, первый раз этот сегмент прошел, ну, именно в наших забегах. Вроде бы. Да? Вроде раньше тоже было. Может, показалось. Ух ты ж. Ты каждый раз это делаешь так впритык? Я впритык это делал, я даже перестал замечать. Нет! Что-то я не так сейчас сделал. Попытался ускориться, но в итоге... Ладно. Да. Бочка, пожалуйста. А, я же... Вот так. Не в ту сторону стоит. Ничего, бывает. Нормально? Не слишком думаю. Момент, да. Плохо. Сойдет. У нас охранительное время. Давай, надо с первой попытки убивать. Ну раз надо. Возможно. Где там? Я справа, о боже мой. Это меняет все. А, то есть звезды будут по тебе целиться. Мы на 9 минут впереди.
Звезды там на меня было, да? Да, солнце на меня. То есть, да, моя позиция. Почему он не умер? Сейчас 45 минут. Так, никто не умрет. Хватит повторять это. Дальше молчу. Чё никто не умрет? Извините, умрет. Ну, ты налево идешь? Ой, сейчас у меня чаржится и в упор, я не знаю, что делать. Спасите. Нормально. Я тоже почему-то попытался перепрыгнуть. Он два раза это сделал. Ну, один раз он по принуждению сделал чарж. Тогда он может еще раз чаржиться. Чарж. О, нет. Нормально? Сейчас шажу. Наверное, сейчас будет чарж. Ну, сейчас шажу. Да. Ну, место будет. Шажу. Нет, VR невозможен, но, блин, очень хороший личный рекорд, может. Да, 47-48 сейчас. Да, ну где-то мы... Они пытались его побить вчера, а у них не получилось. Может, не вчера, ну, не да. А мы можем быть довольно близко к VR, довольно близко. Да. Если только вот в этой попытке убьем. Но даже если мы не попадем вот в этой попытке, LR возможен, то есть еще пытаемся. Сейчас меня? На тебе сейчас. Так, сейчас сложная атака? Нет. Не-не, сейчас. Не важно. Сейчас сложная атака. Вот он. Ааа, плохой рандом. Убил. Нет. Да, и чё ж стенка не вошла? Что за... стоять просто вот так как я и просто вверх прыгать и стрелять. Блин, чуть себя не потерял. Я не жив. Не сегодня. Отлично, отлично. Давай до портала страной идем для крас... ну, для красоты, но я сплит нажму, когда нужно. Да, кто не знает, по новым правилам сплит, когда в хаб-комнату попадаем. Да, это саб 50. Сейчас будет. 49-24. Офигеть. И еще гол сплит на Дементе. Саб 100 смерти обоих. Отлично. Вот это нормальный это... разогрев перед 100%. Это очень хороший забег. Да, это... Мы отстаем на 2 эра на 3 минуты теперь. Вообще-то... Может даже меньше, сколько? На 2.25, что ли? Ну, что-то типа того. Ну, чтобы с запаса надо 3 минуты выиграть. Да. То есть надо поменьше умирать, типа, на третьей фазе. Ну, это уже, да, это уже реально офигеть какой забег, конечно. Блин, первого сплита нету, черт.
Ну ладно. Хорошее время. Я думаю, где его можно улучшать. По-моему, мы на червяке слили, или ты просто умер, и один доделывал. Надо секунд 10-20. Сливали на червяке, два раза гранаты рестартили. А, вначале мы еще 30. Два раза мы гранаты рестартили. Плюс на финальном уровне все-таки были фейлы небольшие. Да, плюс мы можем улучшить первое. Дай посмотрю, насколько ты в стриме.